Дочь российского композитора Игоря Крутого Виктория объявила, что работает над новым клипом. Детали будущего ролика певица пока раскрывать не стала. Для съемок Виктория выбрала дерзкий образ в стиле американской певицы Бейонсе, обтягивающий блестящий комбинезон, яркий макияж и локоны. Виктория Крутая давно не радовала поклонников своим творчеством. После рождения дочери Деми она взяла небольшую паузу, занималась семьей и активно вела блог. Несмотря на то, что Виктория – дочь известного российского композитора, она так и не построила себе грандиозную карьеру. Игорь Крутой полагает, что это случилось по одной причине – певица не хотела стать звездной. У нее была иная цель – просто заниматься музыкой. Более того, в начале своей карьеры она даже отказывалась от гастролей, к которым начинающие исполнительницы обычно тщательно готовятся. Больше по теме Виктория Крутая не стесняется неидеального тела и фотографируется топлес на отдыхе. Певица несколько дней назад приехала в Нью-Йорк с дочерью. По мнению Игоря Крутого, сейчас его дочь стала несколько иначе относиться к своей карьере и готовит для поклонников новые песни. У Вики на подходе два трека, которые, я считаю, будут пользоваться успехом, цитирует композитора издания «7 дней.ру».